Лаборатория сна в университетской клинике работает у нас с 2002 года. Мы были первые в Казани и в республике, которые начали работу именно в этом плане. Что мы делаем и что обследуется в этой лаборатории сна? Обследуем ночной сон и все, что происходит ночью во сне. То есть это либо нарушение дыхания, храп, нарушение сна, бессонница, эпилептические какие-то проявления, нарушение со стороны работы сердца, нарушение ритма сердца. То есть все, какая-то патология, все, что происходит во сне, вот это вот проводим диагностику. Пациенты к нам приходят вечером, мы накладываем датчики, ложатся спать. И на протяжении всей ночи мы записываем ночной сон. Что входит, какие параметры, какие датчики входят вот в это понятие, да, обследование ночного сна. Проводится запись электроэнцефалограммы, то есть работы мозга, как функционирует мозг во время сна. Запись мышечных движений, запись глазных движений, запись работы сердца. Запись дыхания на трех уровнях, датчик храпа, кислород в крови. То есть все основные жизненно важные параметры входят в это обследование, и на протяжении всей ночи происходит запись, мониторинг вот этих всех параметров. Дальше все это обрабатывается, пациент утром уходит, все это обрабатывается, и встречаемся с пациентом, уже разговариваем, какая причина, какие нарушения выявили, к какому специалисту нужно обратиться. Можно и дневной сон, но дневной сон бывает, как правило, кратковременный, не такой глубокий. Нам нужно обследовать все те нарушения, которые происходят именно во время ночного сна. Во-первых, это длительный период по времени, и у каждого сна есть свои стадии, есть свои периоды, и поэтому есть свои фазы, и для каждой фазы, для каждой стадии присущи какие-то свои заболевания, которые проявляются именно в эту стадию, именно в эту фазу. Поэтому нам нужно записать весь сон и посмотреть на фоне этого сна работу мозга, работу сердца, мышечные движения, дыхание. То есть вот важен именно ночной сон. Лаборатория сна проводит именно диагностику ночного сна. То есть нам направляют пациентов терапевты, кардиологи, неврологи, урологи, врачи различных специальностей по тем или иным вопросам для того, чтобы обследовать именно ночной сон. Дальше по результатам этого сна выявляются какие-то нарушения, если мы видим, что во время сна происходит нарушение ритма сердца. Направляем кардиологам для того, чтобы кардиологи уже разбирались, почему и что происходит с работой сердца. Нарушение дыхания, храп, нарушение дыхания, если происходит, направляем к лор-врачу, либо, если это уже выраженное нарушение дыхания, значительные остановки дыхания во сне. То есть есть заболевание такое, синдром обструктивного апноэ, и если это тяжелая степень, тогда здесь необходимо аппаратное лечение. Пациенту назначаются так называемые CPAP-аппараты, которыми пользуется пациент в ночное время уже дома. Он приобретает этот аппарат и пользуется дома. Мы настраиваем эти аппараты индивидуально под каждого пациента для того, чтобы потом уже можно было пользоваться этими аппаратами дома. К сожалению, не только, вот, скажем, в общих читательских, да, среди населения бытует такое мнение, но часто и врачи не совсем внимательно и серьезно относятся к этой проблеме. И мало кто целенаправленно, когда человек приходит с проблемами гипертонии, которая трудно контролируется и трудно лечится, назначают один препарат, другой препарат, да? А у пациента все равно высокое давление поднимается. Мало кто из врачей спросит, а как вы спите, нет ли храпа и остановок дыхания во сне? Какие-то нарушения ритма ночью, почему они именно ночью? Чаще всего бывает
причина, опять-таки, вот в этих остановках дыхания и во сне падает кислород, соответственно, мозг, сердце получают недостаточное количество кислорода, а в тяжелых случаях это бывает значительное падение кислорода. И, соответственно, нарушается работа, нормальная работа сердца, мозга, и сбой происходит. Либо это артериальное давление вот такое неконтролируемое, либо это нарушение ритма какие-то. Поэтому вот здесь важно, чтобы каждый пациент, каждый человек знал, что храп – это не просто вот звуковой феномен, который мешает другим. Но важно обратить внимание, есть ли остановки дыхания, какое самочувствие дневное. То есть храп может быть причиной довольно-таки серьезных заболеваний, которые могут привести в тяжелых случаях и к внезапной смерти во сне. Вот говорят, человек умер во сне, да, инсульты и инфаркты. Поэтому очень внимательно нужно относиться к этому симптому, потому что это может быть симптом тяжелого заболевания. Причина, вот мы почему и проводим обследование вот этого ночного сна, для того, чтобы выяснить, какая причина храпа и степень тяжести, насколько это серьезно, либо это просто пока на данном этапе звуковой феномен, который мешает окружающим спать. Начинается с того, что сам звук храп – это когда вибрируют стенки дыхательных путей. Дыхательные пути – это мышечная трубка, которая по разным причинам происходит ослабление мышечного тонуса и происходит вибрация вот этих вот дыхательных путей. Либо есть увеличение миндалин, какая-то лор-патология, либо нависание небной перегородки. То есть различные заболевания, различные причины могут быть. И, соответственно, для того, чтобы избавиться от храпа, вот вы спрашивали про разные, в интернете пишут, да, приспособления, там какие-то эти. Нужно знать причину для того, чтобы, потому что одному действительно что-то из этих приспособлений может помочь. Другому нужно к стоматологу, какую-то коррекцию прикуса там верхней-нижней челюсти, коррекцию сделать. Другому к лор-врачу нужно вот то, что я говорила, либо миндалины, либо небная занавеска, язычок увеличенный. То есть разные причины. Либо это уже нижележащие патологии, это вот когда уже тяжелая степень, выраженные остановки дыхания. Тут уже какие-то лор-вмешательства, лор-операции просто противопоказаны, можно навредить, сделать хуже. Здесь уже вот этот аппарат нужен. Поэтому обязательно нужно обратиться к врачу, провести вот это вот обследование и выяснить, какая причина, насколько это серьезно и какое лечение необходимо. Потом есть пациенты, которые вот начинается с вот этого звукового феномена, первая стадия. Дальше присоединяются остановки дыхания. Остановки дыхания – это всегда снижение кислорода в крови. То есть в этот момент действительно человек перестает дышать. Они бывают единичные, они бывают и длительные. В тяжелых случаях бывает, если 8-часовой сон у пациента, в совокупности вот эти вот минута-две, которые он не дышит, если это сложить на протяжении всей ночи, может получиться цифра 4-6 часов полностью человек не дышит. Соответственно, кислород в крови снижается, гипоксия мозга, сердца, жизненно важных органов, я говорю, эндокринных желез. Поэтому нарушается их работа, нарушается выработка эндокринных органов. И снижается выработка определенных гормонов. Тут появляется лишний вес, который тоже неконтролируемый. Пытаются похудеть, занимаются спортом, голодают. Не получается, потому что вот сбой вот этих вот всех эндокринных, сбой в гормональном фоне из-за того, что вот такая значительная гипоксия ночью. Вот. И пока не вылечишь вот это вот, не нормализуешь дыхание, кислород в крови, дальше нормализуется
гормональный фон, нормализуется работа мозга, нормализуется работа сердца, уходит лишний вес. То же самое, что касается эндокринных органов. Сахарный диабет. Пациенты с сахарным диабетом очень много бывает причина, изначальная причина, вот эти остановки дыхания во сне. Мало кто направляет пациента с сахарным диабетом на это обследование. А иногда, вот, когда выявляем обструктивную апноэ тяжелой степени у больного с сахарным диабетом, назначаем лечение вот этим аппаратом, происходит нормализация сахара, либо какие-то минимальная поддержка медикаментозная, и сахар держится в норме, давление нормализуется. То есть вот без нормализации дыхания, потому что это причина вот этих нарушений, невозможно достичь нормализации дневного состояния. Потом очень часто за счет того, что вот эти, когда происходит остановка дыхания во сне, снижается кислород в крови, в мозг идут сигналы, которые говорят, что неблагополучно в организме. Мозг просыпается, отлаживает всю эту деятельность, нормализует, человек просыпается, начинает дышать, потом он благополучно засыпает, опять остановка дыхания, опять в мозг идут сигналы, мозг просыпается, отлаживает дыхание. То есть это вот всю ночь вот такой процесс происходит. Естественно, сон нарушен. Такие пациенты могут спать по 16-17 часов и утром встают разбиты, нет ощущения, что они выспались. Дневная сонливость, выраженная у некоторых, бывает до такой степени, что водитель садится за руль, засыпает за рулем. Вот это сейчас периодически поднимается вопрос, вот дорожно-транспортные происшествия, когда водители засыпают за рулем. То есть опять-таки нужно смотреть и спросить, а как человек спит, что происходит во сне. То есть вот это огромные дневные проблемы, причина которых кроется в ночном сне. Насколько тяжелый и запущенный случай, если это пока только храп и небольшое количество остановок дыхания, то можно заняться дыхательной гимнастикой. Но единственное, что эффект будет, если это каждый день и многие годы перестанешь, и тут же все возвращается. Ну, мало кто способен на такой подвиг, к сожалению. В принципе, да. Если вот тренировкой заниматься, направляют пациентов, которые уже перенесли инсульт именно вот во время ночного сна, либо какие-то тяжелые нарушения ритма. Здесь опять-таки причина вот этих вот серьезных нарушений как раз вот в этом нарушении дыхания, в остановках дыхания. Есть такие нарушения ритма, когда такие значительные паузы в работе сердца, длительные паузы, различные блокады сердечного ритма бывают. Есть определенные вот эти блокады и нарушения ритма, которые по жизненным показаниям требуют операции вмешательства, либо кардиостимулятор ставят для того, чтобы вот не было этих остановок сердечного ритма, работы сердца. Вот если причина вот этих остановок сердечной деятельности в ночном сне, в остановках дыхания, и пациенту ставят кардиостимулятор, то сердце останавливается от гипоксии, ему не хватает питания для того, чтобы нормально работать. Ставит кардиостимулятор, который вынуждает мышцу сердечную работать без отдыха. Она не получает питания, она не получает кислорода. И это защитный механизм, то, что она вот на какой-то минуту перестает сердце биться. Вот. Ставит стимулятор на короткий период, потому что сердечная мышца истощается. И, то есть это, ну, получается, что наоборот мы вредим пациенту. Здесь нужно нормализовать дыхание, нормализуется кислород в крови,
и сердце будет нормально получать питание и кислород, будет нормально работать, не будет вот этих остановок в работе сердца, и не нужно делать вот этих операций и ставить кардиостимулятор. То есть вот тут очень серьезный момент и причина, какая причина этих нарушений в работе сердца. Бессонницы, ну, можно сказать, один или два раза сталкивался каждый, да. Наверное, мало найдем кого, кто вот ни разу в жизни не страдал этим, да. Ну, даже не только, хотя бы одну-две ночи не было такого, чтобы человек плохо спал или не мог заснуть. То есть это такая проблема, которая знакома, в принципе, всем. Единственное, что если это повторяется из ночи в ночь, в течение проходит недели, другая, месяц, год, тогда, конечно, это уже влияет и на работоспособность человека, и на его психическое состояние, на память. То есть массу всяких, опять-таки, задействуется эндокринная система, нарушается выработка гормонов, которые вырабатываются только во время сна. А это тут можно прям по органам брать это, и если для женщины кожа, старение, чтобы не происходило, да, нужен достаточный сон. Для студентов, ну, в принципе, и для всех нас память нужна, работоспособность на достаточном уровне, тоже нужен достаточный сон для того, чтобы все это обеспечить. Опять-таки, работа мозга, работа сердца, ну, в принципе, работа всех органов ночью происходит не просто отдых всего организма, а восстановление на клеточном уровне, гормоны вырабатывают, соответственно, для того, чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность во время бодрствования уже днем. Вот. Если все это нарушается, то у кого где слабое место, там и, то и проявляется у человека какие-то эмоциональные нарушения. Человек не может работать, опять-таки засыпает на ходу. То есть масса, ну, это вот все знают вот эти симптомы, если не выспался, да, самочувствие и работоспособность какая. То есть это проблема большая, и если годами копится это, то трудно бывает выявить причину. Дальше трудно бывает лечение. Ну, можно назначить просто снотворные препараты и все, да, но снотворным бывает привыкание, то есть мы не можем на всю жизнь назначить просто снотворные какие-то медикаменты. То есть тут в комплексе нужно решать проблемы, причины этих нарушений, которые привели к бессоннице. Поэтому тоже желательно вовремя прийти, пройти обследование и посмотреть. Опять-таки, причиной нарушения сна может быть какие-то нарушения в деятельности сердца, опять-таки, вот нарушение дыхания, нарушение в работе мозга, которое происходит именно во время ночного сна. Вот это вот обследование у нас в лаборатории сна, которое мы проводим, позволяет как раз исключить причину такого органического характера для бессонницы. Если мы это все исключаем, посмотрели, что со стороны мозга, сердца, дыхания все в норме, тогда остается причина, которой будут заниматься психотерапевты, то есть это либо стрессы, либо какой-то неправильный режим сна, то есть это другое лечение, потому что если со стороны сердца нарушение направляем к кардиологу, нормализуется. Кардиолог нормализует деятельность сердца, нарушения сна пропадают. Да? Со стороны дыхания то же самое. Не нужно лечить там какими-то снотворными, да? А мы направляем к специалистам, которые занимаются теми проблемами, которые есть. Если мы исключили органическую патологию, тогда уже начинает работать психотерапевт, который
ищет, какая причина, что поддерживает эту бессонницу, и назначает уже лечение симптоматическое, которое индивидуально данному человеку. Какие-то, может быть, психотерапевтические группы есть, которые вот занимаются. Есть светолечение, есть лечение музыкой, музыка мозга, так называемая. То есть сейчас арсенал довольно-таки широк, помимо снотворных препаратов, которые может использовать врач в своей работе для того, чтобы помочь пациенту. Прийти к нам может абсолютно любой человек, либо по направлению из какой-то больницы, либо самостоятельно. Очень многие по интернету находят информацию и приходят к нам. Процедура обследования этого ночного сна платная, стоит 12 300 рублей. И вот эти все параметры записываются, ну, действительно, трудоемкое исследование, потому что если мы пришли, ЭКГ сняли в течение минуты, там, двух, то это ЭКГ пишем и анализируем на протяжении всей ночи. Электроэнцефалографии мы пришли и сняли дневной, если 5 минут, то здесь, опять-таки, на протяжении... И так вот все параметры, то, что я перечисляла, работа мозга, сердца, мышечные, дыхательные движения, то есть вот это вот все, мониторинг идет на протяжении всей ночи, поэтому обследование объемное и, в общем-то, требует и времени, и затрат. На бумажном носителе заключение, если есть, ну, во-первых, сначала я с пациентом беседую, какие жалобы и на что обратить внимание. И дальше уже вот в заключении я стараюсь вот осветить именно вот те жалобы, на которые... Либо, если пришел с направлением от лечащего врача, то отвечаю на тот вопрос, который вот доктор мне задает. Есть. Ну вот интересные есть пациенты именно и показательные с синдромом обструктивной апноэ именно тяжелой степени. Когда пациент приходит, причем есть и молодые пациенты, ну возраст разный может быть, на ходу засыпает. То есть вот я говорила уже за рулем. А есть пациенты приходили, которые вот сел завтракать, взял чашку чая и заснул. И вот этот вот живот весь в рубцах от ожогов, потому что это вот каждый раз либо там суп горячий. То есть вот настолько это выраженная вот эта вот сонливость дневная. Жена рассказывает, что вот он идет и может на ходу упасть. Он вот пошибал там всю мебель, все стулья, все, что можно. До такой степени это вот был... 30 не было ему, 27, наверное, 29 где-то вот молодой человек такой. Там, конечно, лишний вес был. Огромный. Он был на инвалидности, он не мог работать, потому что он засыпал. И, естественно, артериальное давление высокое было. Вот. И жена вот так по интернету уже не знала, потому что ну, просто человек умирает. По интернету нашла нас, мы провели обследование, действительно выявили тяжелые нарушения дыхания, огромные остановки дыхания, до 2 минут были остановки, то есть не дышал вот 2 минуты, потом несколько секунд дышит, опять перестает дышать. Кислород в крови снижался до 30%, если в норме 96-98%, в принципе, если бы 30-50% снижения, если у здорового человека, то есть это реанимационная ситуация, человек не выживет, нужно реанимационные меры применять. Поскольку тут годами постепенно организм адаптируется к такому низкому кислороду, то этот человек, ну вот, живет трудно сказать, да, но во всяком случае существует. Вот. Такое значительное снижение кислорода было. Мы назначили вот эту вот СИПАП-терапию аппаратом. Тут вот настолько показательно, даже вот одна ночь, первая ночь с этим аппаратом. Он встает и говорит, смотрит в зеркало, и я, говорит, не помню, чтобы я просыпался вот в такой, чтобы лицо у меня было нормальной окраски. Я просыпаюсь баклажаном, красно-баклажаном такого цвета, потому что тут
кровь сгущается, ну, много всяких механизмов гипоксии этой. И вот в том числе они вот с красным лицом таким просыпаются. Это вот то, что он первое. Ощущение, что выспался, я такого не помню, говорит, что вот настолько я хорошо спал. И дальше дневное самочувствие, даже после первой ночи, уже нет вот этих засыпаний на ходу. То есть это вот тяжелая степень, настолько лечение показательное, и настолько для пациента, вот, то есть сразу после первой ночи они видят результат этого лечения. Дальше, через полгода он к нам пришел, мы его не смогли узнать. Это уже был похудевший, стройный молодой человек. Он устроился на работу, инвалидность сняли, то есть человек полностью вернулся к жизни. Вот это вот, вот очень и приятные для врача вот такие вот вещи, когда видишь результаты своего труда наглядно. –